мои дорогие, горячо любимые подписчики! Как, наверное, вы заждались эту замечательную игру «Растения против зомби. Вторая часть». Да-да, я хочу ее проходить. У меня прямо чешутся руки, чешутся голова, чешутся щеки, чешутся глазки. Короче, у меня все чешется. Чтобы только поиграть. Ну что, вы готовы? Тогда бегом со мной! Ой, нет, стоп! Подождите, я совершенно забыла просто потрясающую новость вам рассказать. А именно, на Болтушке Play вышла новая серия, и это Майнкрафт. Быстро переходите на канал Болтушка Play, быстро. И смотрите Майнкрафт, все те, кто им очень интересуется, набивайте на это видео побольше просмотров, и тогда я сыграю в Майнкрафт еще разочек. Болтушка Плей, быстренько на канал. Ну а сейчас зомби против растений или растения против зомби. У меня, кстати, вот тут вот какая-то штука есть. Что это такое? Там восклицательный знак. Смотрите, какая-то классная игра, наверное, новая. А вот здесь надо плеить, и тогда будешь получать маски. Ух ты, классно, мне нравится. Так, я иду на свою любимую игру. Так, мне что-то там написали, но я вообще ничего не понимаю. Да, спасибо. А что это я зашла, и что я получаю? Я получаю маску, представляете? Надо просто заходить каждый день, да-да-да, и будешь тогда все получать. Спасибо, капусточка. Еще карточки. Это мой бумерандик. И солнышки, подсолнышки. Класс. Которых у меня еще, кстати, нету. Но ничего, я, между прочим, не отчаиваюсь. Я собираюсь получать и получать только самое лучшее. Ах, жалко только, что у меня все закрыто. Ну, ничего. Кстати, ой, надо вернуться. Что-то там вот, вот тут, прямо здесь. Я сейчас посмотрю. Так, друзья. А что здесь было с восклицательным знаком? Вы это видели? Вы видели мой восклицательный? Да, 50 монеток, и я прокачаю на новый уровень мой бумеранг. Фух, вернулся. Отлично. Так, силы у него, надеюсь, стали больше. А теперь мне надо 10 монеток. Ну что ж такое? Это прям несносность какая-то, честное слово. Сколько карточек нужно на это все. Ужас. А я, между прочим, уже на 11 уровне. Что ж, я пройду 11 уровень. Почему бы и нет? Надеюсь, он будет не очень сложный. Привет, машинка. Я все равно ничего не понимаю, что ты мне говоришь. И, кстати, мои подписчики тоже мне говорят, что они мало что понимают в английском. Но надеюсь, что она не говорит мне ничего плохого. Как, например, сосед. Сосед мне совершенно не нравится. А что надо сделать? А что это означает? Ничего не понимаю. Ладно. Ничего не понимаю. Вот правда, ну ничегошеньки не понимаю. Ой, кажется, у меня что-нибудь... А, вот, для меня сама игра выбрала растений. Ладно, буду садить. Это интересно. Это очень интересно, что я... О, смотрите, усиление, какие-то силы у меня. Так, ладно, давайте мы поставим вот этого симпатяшку. И будем, наверное, потихонечку убирать. О, я буду ставить вот так вот, да. Вот я вот придумала, так буду ставить. Надеюсь, что мы сможем с этим справиться. Давайте, солнышки. Еще я хотела бы все поубирать. Так, ну они уже идут. А сколько у меня вон? Почему я их не вижу? Вообще как-то очень странно, честно говоря. Так, мне нужна... Мне нужна мина. Так, солнышки есть. Значит, здесь мину ставим. А что же я поставила мину? Надо было бы что-нибудь поставить более экзотическое. Так, ладно, более экзотическое я буду ставить в другом месте.
А сейчас, пожалуй, Мина. И много солнышек, много-много солнышек. Так, еще... О, сразу на две линии вы это видели? Ладно, тут придется ставить бумеранг. Давай, бумеранг, справляйся. Я надеюсь, что ты справишься. Я тебе вон помощь подослала немножко. Так, еще солнышко. Ой, а где у меня солнышки-то пропадали? Чуть ничего. А, вот волна, я вижу, наконец-то я вижу. Так, вот здесь вот тоже надо было бы бумеранг поставить. И еще что-нибудь. А здесь, например, мину. Ой, что-то мне это не нравится, мина. А, что-то мне это совершенно не нравится. А почему пропадает солнышко? Я не понимаю. Я ставлю, ставлю. Оно как-то берет и пропадает. Так, значит, а куда его поставить-то? Нет, я лучше поставлю бумеранга. Так, ну что, справляемся? Пока что справляемся. Благодаря стенореху, честно говоря. Если бы не стенорех, то я бы даже не знаю. Даже не знаю. Тут ну, какой-то порубленный уже стенорех. Так, еще ставим сюда и бумеранг. Отлично. Еще солнышко, еще солнышко. По-моему, даже с этими шапочниками справляемся. Ой, а мне интересно, мина справится вообще или нет? Так, ладно. Надеюсь, что справится. Вот сюда еще поставим мину. А, ну давай, давай, давай. Два сразу. Еее, получилось. Классно. А что, уже волна, да? Ой, а куда все пропадает? Да что ж такое? Ой-ой-ой-ой, мне это совершенно не нравится. Так, поставим защиту, где возьму? Зачем я туда защиту поставила? Вообще непонятно. Ладно, еще скорострелы. Ай, солнце забирают опять, начинается. Это противные, я вот прям чувствую. Ай, листик улучшений, класс. Спасибо. Так, этого мне уже вообще не надо. Ай, солнце забирают, солнце, солнце, бумеранг. Давай, миленький, давай. Ну что же, его съедают практически. Так, еще одно листик улучшений. А, мне вот уже надо листик улучшений. Давай, 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 бумеранг. Я, по-моему, бумерангу дала листик улучшений. Да у меня ничего не получается вообще. И солнышки съедают солнышки. Так, еще один листик улучшений для... Вот, вот так вот. Все, должны справиться. Отлично. Только сейчас как пойдут, как пойдут. Я прям чувствую. Вот ведерщик, еще листик улучшений. Солнышки, а ну-ка перестаньте исчезать. Так, мне нужна защита. Где мне вот лучше всего поставить? Вот, наверное, сюда. Так, 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 так. Нет, нет, обойдетесь, товарищи. Ой, монетки мне тоже нужны. Так, друзья, друзья, помогайте. Что мне еще нужно? Мне нужно улучшение. И улучшение-то я буду давать вот сюда, бумерангу. А что бумерангу-то? Бумеранг как-то плохо справляется. Мне, кстати, не очень нравится, как бумеранг работает в улучшении, я имею в виду. Хотя, нет, не смотрите, справился. Это прикольно. Так, я отбила, кажется. Или еще надо было... Класс, я получаю маску, я отбилась, я отбилась, я отбилась, я отбилась. И не потеряла ни одной газонокосилки. Да-да, на месте, на месте, на месте. Маска, маска, масочка. Сейчас что-то будет интересное. Монет, ничего себе, как много. Солнышко, солнышко набирает свои карточки. А это кто? Ой, какой симпатичный. Я его что, открыть могу? Или не могу? Или он просто улучшился и все? Ладно, идем на карту. Что на этой карте вообще происходит? Вы посмотрите. Мне еще чуть-чуть, и я... Какое-то растение получу новенькое, классное. Ой, супер. А, ну, как бы это чуть-чуть, как бы... Ух ты, а мы даже не знаем, какие мне растения будут попадаться. О, знаем, смотрите. Можно посмотреть. Вот это да. Вот это мне нравится. Вот это настоящий класс, ребята. Ну, здесь в этом мире, кстати, не очень-то и много растений ты получаешь. Ну, ладно. Пойдемте посмотрим, что здесь меня ожидает. Ну-ка, 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 может быть, что-то, кого-то можно будет прокачать? Чуть не видно. О, но оно закрыто. Никого не можно прокачать. Закрытое растение, закрытое. Но, честно говоря, у меня и от тех растений, что я имею, голова идет кругом. Кого, куда нужно ставить? Вообще ничего не могу сообразить, потому что зомби идут, идут, идут и идут. Ах, друзья, я сейчас хочу пройти что-нибудь особенное, что-нибудь интересное и заработать маску. Вот, я хочу пройти вот ради вот этой маски египетской. Я и хочу пройти уровень. Может, у меня получится, а? Давайте посмотрим вообще, что это за уровень такой.
Наверное, зря я решила пройти уровень. Наверное, вообще это все зря. Даже не знаю, кого ставить. А кого бы мне поставить? Вот мне нравится моя капуста пульточка и капусточка. И да, вот это нужно, и вот это надо. И ай, больше ничего поставить не могу. А взрывателя я бы взяла с собой. Может быть, тогда кого-то убрать? Ой, даже не знаю, кого тут можно убрать. Капусточку. Нет, капусточку я хочу использовать. Может обойтись без рвачишки? Давайте я обойдусь без мины. Да, я обойдусь без мины. Мина. Кыш. О-о-о-о-о. Ничего себе. Ей нельзя говорить кыш. Она тут же взрывается. Все, погнали. А, погнали. Ну да, типа того. А как так это делать? Вот, это, по-моему, вот так делать. И все. Сказали, высаживай растение, болтушка. Болтушка что-то начинает уже нервничать. Прямо уже прямо сильно переживать. Сейчас как пойдет? Как пойдет? О, что мне не нравится. Уже пошло. Вы понимаете, как быстро? Вообще, это нужно стараться, конечно. Вот просто вот реально нужно стараться. Давай съедай его, красавчик. Так, вот сюда ставлю сразу же. А сюда солнышки. Наверное, я зря прямо аж туда ставила. Ну, ничего страшного. А так, съедаем самое ближнее. А то что-то я переживаю, что у меня вообще будет... Ай-яй-яй, ой, слишком близко, слишком близко. Так, вот зачем я его туда поставила? Вот вы мне кто-нибудь скажет сегодня или нет? Так, капуста, она не стреляет по линиям. Зачем я вообще поставила туда? Ай, ай-яй-яй-яй. Так, выкапываем солнышко. А можно выкопать солнышко? А можно как-то выкопать солнышко? Да, можно. Ай-яй-яй. Только не это, только не это. Так, выкапываем солнышко и ставим капусту. Давай, капусточка, стреляй. Я в тебя, между прочим, на тебя, между прочим, в первую очередь надеюсь. Так, еще, еще копаем. Так, вот с этим надо что-то делать. Так, замораживайте его и уничтожайте вот на этой стороне. Так, мне нужна уже какая-то суперсила. Солнышек почти нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, сейчас мы уничтожим. А солнышки появятся. О, мои любимые солнышки. Супер. Когда его уничтожаешь, солнышки появляются автоматически. Так, мне сейчас тут съедят, а я с вами болтаю. Между прочим, это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стоять. Так, капуста. Что-то мне кажется, что я здесь вообще не справляюсь. Так, мне нужна лопата. Мне нужна лопата, мне нужна лопата. Мне нужны две капусты. Так, 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 так. Еще один пришел. Ну, вот вы посмотрите. А еще мне надо вот так поставить. Все, отлично. Солнышек. Я, правда, не знаю, где брать солнышек. А что это за саркофаг такой? Стоять. Что-то мне не нравятся саркофаги. Ладно, будем как-то сражаться. Как мы будем сражаться, я не знаю. Ну, вот так, например. А, саркофаг, это усиление для зомби, вы представляете? Один раз воспользовалась и больше все. О, ребята, ничего себе. Ладно, ставим хоть какой-то прогресс. Делаем хоть какой-то прогресс. Так, все, уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем здесь. Да, так, 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 ай-яй-яй-яй, что мне не нравится, это совсем не нравится. Забираю, это забираю, солнышки, вы посмотрите, у меня их и так мало. Ай-я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 й. Так, 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 тут защита. Я вот не вообще не продумываю защиту, честно говоря. Вот это мне больше всего не нравится, что я ничегошеньки не продумываю. Давай. Так, хорошо. Еще одно улучшение. Здесь немножечко улучшили. Так, кого здесь замедлить? Потому что у меня уже тут идут, солнышки забирают. У меня какой-то здесь развал и шатание. Вообще кошмар какой-то. Там идут, тут идут. Везде эти солнышки забирают. Ну, разве это вот куда это годится? Там, ай, вот тут вот и загрызли. Загрызли, 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 загрызли. А, вот это плохо, вот это плохо. Кажется, я потеряю сейчас первую в своем роде газонокосилку. Вы представляете? А, нет, нет, ничего не получится. Так, здесь они уже прошли. Здесь меня не съедят? Солнышки, куда? Все, газонокосилка навсегда утеряна. Так, 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 так. Но я защитила эту линию. И сейчас буду выставлять солнышки, потому что они тоже утеряны. Их просто уничтожают на ходу. Еще капусту буду выставлять. Вот, вот, вот. Эй, куда? Листик улучшения сейчас убежит. Так, здесь у меня вообще защита есть хоть какая-то. Так, здесь защиты нет. На этой линии тоже нет. Там съедают...
Да что ж такое, все, вот тут вот уничтожаю. Ах, как их много, как же это сложно, саркофаг. Супер. Так, ну здесь придется выкапывать, ребята, вот честно скажу, потому что это реально некому справляться, некому справляться. Вот, ну вот куда, куда мне их высаживать, вот куда? Вот один саркофаг здесь получился, и все. Ай-я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 й. Так, надеюсь, я его заморожу. Давай, замораживай. Вот как с этим саркофагом теперь расправляться, расскажите мне. Все. О, кажется, их тут немного. Ай-яй-яй, вот это вот не очень хорошо, это не повезло. О, повезло, повезло, повезло. У меня теперь два улучшения и... как бы все. О, смотрите, я дала улучшение стенореху, и у него броня. Ух. А еще я получила египетскую пирамиду. Интересно, что там? Египетская пирамидка, покажись. Ой, как интересно! Это как бы что, первый уровень только был? А, друзья, мне ничего не говорили, что это только первый уровень, какие-то порталы. Что это означает вообще? А, и дальше. Я иду как бы дальше, я иду как бы дальше. А, и что теперь? Ух ты, что это? Друзья, что это за портал такой? Чего? Я уже прошла 12 уровень? Так я же ходила вроде за маской. А чё мне маску-то не дали? А чё мне маску не дали? Мне два уровня надо пройти. Точно, я тогда получу маску. О, понятно. Так, а как это? Вот, это надо идти в 13 уровень. Тогда еще и маску получу. Еще и новенькое растение. А что это? Что это за зеленые существа? Еще и с глазками? А как? Как вообще с ними сражаться? Ладно. Берем команду. Раз, два, три. Может, мину все-таки взять. Мне вот все помогали. Вот честно вам скажу. Капусточка мне нравилась. Как улучшение дам, как всем капусты. Ай, по голове. Бух-бух-бух-бух. А, ну что ж делать, что ж делать, что ж делать, кого же мне брать? Нет, ну как бы все нужны. Может быть тогда как бы капусту и мину вместо, не знаю, мина, она такая вредная. Ну ладно, все, я беру капусту или бумеранг лучше. Не, бумеранг мне не нравится, вот капуста. И все, и погнала. Ну давайте, надеюсь повезет. А, вообще-то я, наверное, зря это все взяла. Ой. А что, на зеленый ставить нельзя? Ой. О, реально, друзья, на зеленый ставить нельзя. Как вообще здесь сражаться? Сколько тут вообще можно солнышек ставить? Тут надо расчищать. Тут надо очень быстро все расчищать. И надо ставить защиту. Причем где-нибудь вот на этой линии. Да, точно. Уверена, 100%. А, и еще делать вот так вот. Там расчищать. Так, здесь нет, ничего пока ставить не буду. Вот мне нужна защита, мне нужна какая-то стратегия, потому что мне вот не нравится совершенно, как это все происходит. Так, солнышко еще, уже поперли сюда, понимаешь, вот здесь раз, и здесь мина два. Вот так мне нравится больше. А теперь мне нужна еще. Наверное, надо было ближе поставить, а может мне солнышек хватит? Может быть, я сразу вот так начну действовать? Наверное, зря я так действую. Ну, ничего. Так, уже кто-то идет. А, это расчищение специфическое. Вот так, например. А сюда мы поставим защиту и еще одну мину. И вот сюда. Вот так. А сюда мы поставим еще пульту. А, мне бы еще защиту. Мне бы еще защиту, друзья. Ай-я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 й. Справилась, представляете? Они справились. Только мне кажется, что это ненадолго. Вот так. А, и может быть все-таки мину. Давайте мину пока будем выставлять. А сюда сможем поставить что-нибудь более интересненькое. Так, выкапыватель мне уже не нужен. А солнышки мне бы пригодились бы, если честно. Так, сюда ставим вот так. Ай, а как они действуют, ребята? Что мне не нравится, что мне это не нравится, что-то мне это совершенно не нравится. Вот эти вот сумасброды. Так, давайте вот так попробуем. Хорошо.
Так, а еще как попробуем. Слушайте, ну мы пока справляемся. Они будут есть вот мои стенорехи или не будут? Так, капуста здесь две мины. Можно было бы еще одну мину поставить, но мне кажется, это будет слишком. О, начинается забирание, отбирание. Давайте капусты вот поддадим хорошенечко. Так, здесь что? Ай, справляемся? Эй, справляемся. Сейчас я еще одну капусту сюда. А вот здесь вот можем, кстати, не справиться. Хотя, мне кажется, вот эти вот мы их уничтожим сейчас одной миной. Давай. Ба-ба-ба. Еее! И теперь бы стенорешечка мне, стенорешечка. Да, вот аж сюда. И сюда уже можно выставлять. Раз, выставлять. Два. В общем, всех выставлять, кого возможно. Так, раз, два, три. Посмотри, здесь уничтожили. Это кто такой прилетел? Ничего себе, как быстро. Так, куда мне еще тут капуста? Вот давайте будет капуста, чтобы было пусто. Вот так, еще одна защита. Как бы. Ой, зачем я там выкопала все? Ну ничего. Я надеюсь, что... Смотрите! Классно! Я что-то получила! А что это? А что это было? А что это я получила? Кажется, я горшочек получила! И новое растение получила! Класс! Друзья, что это за кулачник тут у нас стоит? Ну-ка, покажись! Ух ты, новое растение. По-моему, я им уже сражала, но прикольно дерется. Так, еще вот мы зайдем сюда и получим свою маску. Здорово. Как я люблю монетки. А еще вот этого новенького растения. Отлично. А еще выкапыватель второго уровня. Зачем мне выкапыватель второго уровня? Ну ладно, ладненько, я все равно попробую, я все равно постараюсь. Я все равно вернусь на карту, я все равно все увижу. Класс, я перехожу на 14 уровень. У меня открылся какой-то портал, у меня появилось новенькое растение. Кстати, говорите, как его лучше использовать, пишите мне об этом в комментариях. А еще не забывайте приходить на канал Болтушка Плей, ведь там вы можете увидеть ваш любимый Майнкрафт. Помогайте болтушке, ведь болтушка в Майнкрафте, честно говоря, еще совсем нубик. Я жду вас, друзья. Чао, какао!